Всем привет, дорогие друзья! Это Англия, 2020 год. Но что на самом деле могло появиться и что за необычный луч, который был направлен в сторону Луны, никто не знает, но группа военных решили это разведать. Посмотрите внимательно, что происходило. год. Китайская группа заметила, как ихнюю землю, можно сказать, напополам почти распилил необычный НЛО. Но что это такое? Кто думает, что НЛО не существует, киньте себе камень, но это вы должны обязательно посмотреть. Местные жители увидели, прям когда собирали картошку, урожай был хороший, но что-то тут пошло не так. У людей множество стало паника, но когда они увидели эту картину, то сразу ужаснулись. НЛО, НЛО и НЛО.
Thank you.